Всем доброе утро. С утра себе сделала водичку с лимончиком, теплая вода с лимоном, и заварила себе кашу. Сейчас делаем кофе. Миланка ест сухарики. Делаем сегодня на завтрак, ну, собственно, как всегда, кофе. И знаете, что мы сегодня, последний день масленицы, что мы будем кушать? Правильно. У нас блины, знаете, с чем? С сыром и зеленью. В тесто прям добавляем сыр и зелень. Получается очень вкусно, очень-очень. Всем доброе утро, всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Мы заказали суши сегодня к обеду. Хочу сделать еще салатик оливье и что еще хочу? Курицу поставим в духовке. Думали сегодня сделать плов, но я решила, наверное, все-таки лучше так будет быстрее. Поставлю курицу, хотя я не знаю, быстрее, не быстрее. Короче говоря, Лика плов вообще не любит. Не любит? Нет. Лика не любит плов, потому что там есть рис. Но самое интересное, Лика любит суши, и там тоже есть рис. Да, но в сушах нет морковки. Плов есть морковка. А почему ты что, из-за морковки не ешь плов? Не знаю. Нормально. Просто... Короче говоря, поэтому я решила сегодня курицу в духовке вместе с картошечкой и салатик. Хотели сегодня пойти куда-нибудь погулять, но у нас очень сильный ветер, идет снег. В общем, сегодня решили быть дома, выходной день. Мне с Милашкой еще нужно доделать домашнее задание, там им пересказ, но мы его сделали. Но еще повторить пересказ по литературному чтению. Повторить таблицу умножения, они начали таблицу умножения. На двойку, на тройку мы уже выучили, сегодня начнем. На девятку. И на девятку? Это как так? Ну, я показала лайфхак, она поняла. Понятно. Сегодня повторим и начнем уже на четверочку учить все. Вот. И остался нам русский язык сделать. Но мы в среду не ходили в школу. У Миланки что-то такой насморк был, и я решила, впереди же столько выходных, и думаю, пусть лучше один день как бы в школу не пойдет, и за вот эти дни, выходные, мы подлечим носик, лучше, конечно. Но что у меня, что у Миланки какой-то, вот знаете, хрип, кашель такой, насморк. Не знаю, капаем, все делаем. Но суть в том, что, в общем, в среду мы с ней не ходили в школу, и там выдавали какие-то карточки по русскому языку. У нас, соответственно, этой карточки нет, домашнее задание делать. Но Милана там подругу попросит, она ей скинет, сейчас ее дома нет, просто подруги. Домой, когда придет, она Миланке скинет эту карточку, и нам, получается, нужно будет сделать еще русский язык. И все. Короче говоря, мы дома, иду я готовить. Милана бежит, что-то хочет сказать, да, Милан? Ты у Ксюши не просила еще карточку? Нет. Попроси, дайся. Карточку. Все поуезжали? Да. Мы решили домой. Ладно, я иду монтировать видео. Чего ты? Не хочу. Что не хочешь?
Салат у меня готов, убираю его в холодильник. Курица будет, наверное, в духовке еще готовиться минут 30. И Милана тут испачкала. И картофель тоже практически у меня готов. Я считаю, что пандочку давай авокадо покормим. Авокадо? Кого там кормите? Панду. Все, перекусила? Да. Еще хочет, еще яблочко давай. У меня больше нет, да? Ну, зарабатывай заново. А, пандочка голодная. 4 умножить на 4. 3, авокадо и яблочко хватит у тебя. И авокадо, и яблочко. Я хочу апельсин. Ну давай апельсин. Апельсин. Вообще классная игра, да? Сразу таблицу умножения, да, учат. Разделять можно. И все хочу. Все хочу. Давай, Милана, еще надо. Да, еще надо. Давай. Ой-ой-ой-ой. И последний. И еще 16 очков. Сейчас насобираю и куплю. О, конфетку. Конфетка. Видно, не конфетка. Конфетка, кушай. И пандочка кушает. Все хочу. Никой, да? Подумать надо. 24. Ты четверку еще не учила? Спасибо. Сейчас. Сама подумай. Ой, нет. Тихо. Дед. Молодец. Молодец. На яблоко, ты еще мне яблочко не кушаешь. Ням-ням-ням. Я пройду. Смотрим с Ликой мелодраму. Вместе мы горы сверли. И Лика, посмотрите, решила вдруг сделать себе красный маникюр. Я очень люблю красный маникюр. Лика его практически, мне кажется, ты вообще никогда не делала. Прям полностью красный маникюр. Ты как-то делала там, ну, там, 1-2 пальца, по-моему, да, красный, остальной как бы такой вот светлый. Дела хорошо, очень рад тебя видеть. Нют, а это полностью, смотрите, весь маникюр красный. А, вот да, это мой лучший друг Коля. Помнишь, я тебе про него рассказывал? Смотри, мелодрама. Как называется мелодрама? Вот, вот только что думала, и вот теперь не могу вспомнить. Фильм называется «По праву любви». А что такое? Тебя заклинило? Ты что-то? У Лики что-то заклинило. На ночь глядя захотелось кофе и мороженого. Здесь мороженое с бельгийским шоколадом. А это малиновое. У папы свое мороженое. Что-то на вид у тебя такое, знаете? Такого тоже у меня очень полезно. Диетически. Диетически? Да. Понятно. Диетически у меня. Диетически. Ну, это да, вот. И колбаска еще. Нормально вообще. Я иду монтировать видео. Всем до завтра. Всем пока-пока.